ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это ток-шоу «Кыйын». Во-первых, поздравляю вас всех с праздниками, которые проходят в эти дни. И сегодня мы обсуждаем, конечно же, именно этот праздник, который буквально уже... Он очень новый праздник, да? День памяти предков и истории. И сегодня об этом мы будем говорить, об истории, о предках и вообще о том, нужно ли вообще было делать праздничным днем, потому что мы раньше 7 ноября отмечали день Октябрьской революции, а потом как-то переименовали, и сейчас этот день стал днем памяти предков и истории. Сегодня с нами Эльмира Нагойбаева, она аналитик исследовательской группы ИСИМДЕ, и вообще в целом она изучает историю и предков. Да? Махинур Ниязова, модератор, я Каиргуль Урумханова. Здравствуйте. Вообще, хотелось бы узнать, почему вы взялись за этот проект исследовательской группы ИСИМДЕ, потому что, ну, как бы, это, ну, не такая, не знаю, неблагодарная работа, что ли, сидеть и копаться в том, что было раньше, потому что очень многие, это очень тяжелая работа, в первую очередь, потому что собирать факты, собирать какие-то исторические данные очень сложно тогда, когда нету архивных данных. С чего вот начался ваш проект и почему вы за это взялись? Мы вообще, нам 15 лет, и мы исследуем Кыргызстан, социально-политические поле пространства. Вообще у меня образование историческое, первое историческое образование, но к 5-му курсу у меня возникли большие сомнения по тому, что мы исследовали, по тому, что преподается у нас в школах, в вузах. И как-то потихонечку я остыла от истории и ушла в political science, в социологию. Политология. Смотрела другие. Да, политологию. Меня долгое время занималась политологией. Но вот 5 лет назад в Японии я открыла для себя важнейшее направление, как мне кажется, которое называется memory studies. Это исследование памяти. Это такое интересное направление, которое альтернативно истории. Что такое история? Историю пишут победители. История — это пишут визири. Тот, кто победил, тот, кто пришел к власти, он и описал прошлое в таких черно-белых тонах. Он определил, кто хорошие, кто плохие, кто где черное, где белое. Память — это другая, на мой взгляд, более правдивое такое направление. Оно говорит, давайте услышим всех. Все, кто был умолчен, все, кого мы не слышали. Давайте узнаем все процессы, как было по-настоящему. Сегодня мы говорим о репрессиях, например, о политических, и очень мало знаем. В советский период было огромное количество репрессий, и больше огромное количество, ну, за миллион репрессированных. На территории Кыргызстана было 3 точки ГУЛАГа. Я и говорю про Бишкек и Карабалту. Мы мало знаем о себе реальную правду. Мы знаем советскую концепцию прошлого, мы знаем такую довольно размытую концепцию независимости, над которой мы только работаем. Но реальные целые аспекты у нас так и остались пропущенными. По большому счету, сегодня мы пытаемся в Кыргызстане только сейчас с концепцией независимого государства, концепцией независимого народа понять, что было в прошлом. А это очень важно. Потому что как вот у человека знать свое прошлое, это твоя сегодняшняя самоидентичность, достоинство, представленность, так и у любого народа. Не зная этого, мы становимся неуверенными в себе. А это и есть память. Вот самоидентичность, да, это самое главное, мне кажется. Вообще в современном мире, когда практически все меняется вокруг тебя, иногда такое происходит, что ты, в принципе, в один момент теряешь все. И друзей, и круг общения, и в один прекрасный момент ты теряешь практически связь с реальным миром. Вот такое происходит в жизни каждого человека. И вот... И тогда он иногда, вот, когда все у него потеряно, человек сидит и думает, кто я вообще? Что я делаю в этом мире? Куда мне идти? С кем мне идентифицироваться? Да? Вот смотрите, Катя, вот вы это... сейчас описали абсолютно один в один Манкурта. Да? Да? Ну вот. Ну вот, это мы же знаем эту замечательную метафору, которую подарил Айтматов. Да? Это человек, у которого забрали его память. И он только во сне... У него что-то проблескивает.
А так, не зная прошлое, он становится очень примитивным, управляемым существом. Настолько примитивным, что он убивает свою мать. Вот, да, без памяти, как один человек, так и любое общество превращается в манкурта. У нас, к сожалению, все свели только в вопрос языка. Нет, это вопрос памяти. Если ты не помнишь, кто ты был, если ты не помнишь свое прошлое, историю, язык, культуру, то ты превращаешься в управляемого такого манкурта, у которого движут простые какие-то самые обыкновенные базовые потребности. Да. Вот речь, мне кажется, об этом. Вот вы сказали, что вы 5 лет назад задались этим вопросом и начали этим заниматься. И как раз вот дни вот эти, да, ну, так как бы праздником назвать, наверное, немножечко как бы, ну, сложно, да, потому что это все-таки дни истории памяти, и нам, ну, наша история, она такая, она полна очень много трагичных событий, да, и как бы она наполнена, так скажем. И больше, наверное, это дни о том, что мы должны вспоминать тех, кто внес свой вклад, да, в независимость нашу и как бы в нынешнее наше положение, когда есть Кыргызстан как независимая страна, есть язык кыргызский, да, как бы мы можем хоть как-то, но сами распоряжаться своей как бы свободой. Да, это все-таки вот их вклад. Да. И вот 5 лет вы сказали, да, 5 лет этим как бы, ну, дням, да, как вели эти памятные дни. Как-то вот вам помогает в работе то, что вот ввели отдельный такой праздник? Понятно, что Октябрьская революция уже не актуальна, да, ее как бы отменили в свое время, а выходные дни как будто не могли отменить, и вот назвали это так, потому что очень размытые формулировки вообще, о чем вообще этот праздник, да, если это праздник, да, и как-то вот вам в вашей работе помогло то, что объявили вот отдельный такой вот красный день календаря? Вы знаете, вы абсолютно правы. Во-первых, почему вообще людям нужны праздники? Людям, государствам нужны какие-то важные дни. Да, и понятно, что в советское такое коммунистическое время эти дни были сакральны, потому что они соотносились конкретно с октябрем и так далее. У них была история. Когда мы сегодня говорим про дни истории и дни памяти предков, я задаю себе вопрос, вообще это о чем? Дело в том, что все праздники, они, как правило, имеют какое-то основание под собой. И я понимаю, что такие праздники есть у многих государств, у всех наших соседей, но они все соотносимы с какими-то событиями, с каким-то конкретным предметом, событием. У казахов это день памяти репрессий, и раньше там еще была такая приставка «и голодомор», да? Потом эта приставка где-то выпадает, где-то появляется. Но ты понимаешь, я просто бываю там очень часто, они приглашают на 31 мая, это у них вот этот день, они в Алжире, в Акмалинском лагере жен изменникам Родины проводят очень большие мероприятия. Очень много людей. Это очень сакральное такое сакральное событие. Туда приезжают дети, все, кому не безразлично. В Казахстане это тоже праздник, и там даже есть отдельный музей. Музей репрессий и дни памяти репрессий. Об этом они тоже говорят. Там большие стенды, посвященные джадидам, ну вот прошлому Казахстана. И ты понимаешь, про какой период, про какое конкретное... О чем речь? О каких людях, о каких участниках события идет речь, да? В Кыргызстане праздник очень абстрактный. И он каждый вот раз... О чем мы говорим. Да, я тоже говорю. Праздник для праздника. Он ни о чем. То есть день, вот, обозначили день просто так. Вы говорите о главном. Вот вначале вы сказали о главном, да? Угу. Почему важна память? Почему важно понимать, что было раньше, чтобы идти как-то вперед, да? Потому что мы же часто теряем курс, идем, раз, выпали, а потом раз, нет, оказывается, нужно туда. Вот вы говорите о том, что необходимо знать, вот, что было тогда, чтобы дальше идти вперед. А в нашем случае как получилось, что просто машинально, ну там, ну, решили, ой, что-то Октябрьская революция не пойдет, нужно обозначить Днем памяти. Но Махинур заметила очень важную деталь. За эти 5 лет что изменилось? Ну, такой день остался, день есть, то есть мы его как-то празднуем. Мы не то, что мы не празднуем, да, но день есть. Да. Просто эти дни для нас повод отдохнуть. А еще что? Смысловая нагрузка в чем была? У этого... Извиняюсь. Ну, вообще, этот вопрос не ко мне. Да, я все время с теми, кто инициировал, разговаривала на эту тему. О чем вообще праздник предков? Дело в том, что давайте попробуем понять, да, угадаем. Потому что когда, там нет темы, там нет предмета. Дни памяти предков. О каких предках говорится? Да? О кыргызском каганате,
о тех 138 людях, похороненных в Атабиитах, о Манасе великодушном или о ком? Кого мы упоминаем? Дело в том, что в Кыргызстане там 98% мусульман. Они по четвергам, по пятницам поминают усопших. Так или иначе, читают Куран, там, джит-чигарат, да? Это как бы, эта традиция, она так и так есть. А если выделяется государством два дня, помпа какая-то такая, помпезность, и говорят, что это дни памяти предков, о каких предках вы говорите? У казахов понятно, у узбеков понятно. Да, вы привели в пример казахи, да? То есть у них есть какой-то отрезок времени, где, в принципе, понятно, куда, что да как. То есть реально, это необходимо делать. То, что вы говорите в самом начале нашего разговора, вы обозначили, это нужно делать, но это нужно делать как-то осознанно, да? Это нужно делать так, чтобы люди... как-то вниклись, что ли, в эти даты, и чтобы понимали, а вот этот вот промежуток, то есть вот этот вот день обозначен для того, чтобы вспоминать практически не всю же историю. Вот для чего нужны праздники, Катя? Любая идентичность любого народа, она конструируется. Она конструируется через концепции, через программы, в том числе через праздники. Праздники подчеркивают значимость событий, значимость людей. И о чем эти праздники? Что они подчеркивают? Какую значимость? Когда говорили про то, что эти дни когда-то были дни Октябрьской там, революции, тогда речь шла, тогда государство конструировало такой вот такой путь к коммунизму через борьбу и так далее, и так далее. Когда мы говорим про Кыргызстан, Кыргызскую республику, что хотят сконструировать наши идеологи, там, власть, когда говорят про память предков, которая ни о чем. Это очень, это излишне абстрактная тема. Я понимаю, что хотят сказать казахи. Они отдают дань всем репрессированным, поэтому Алжир. Тогда у них очень четко выстроенная концепция. Поэтому они едут в Алжир. Поэтому ты понимаешь, о чем говорит первый человек, что говорят в школе. Есть общая концепция. Но когда мы говорим, и когда у узбеков... Кстати, узбеки очень активно в последнее время работают над своим прошлым и над формированием своей идентичности. Потому что это не просто праздник, это не просто два дня, которые мы должны отдыхать. Это часть вот конструирования, это часть конструирования идентичности своего народа. Этот народ должен соотноситься через этот праздник со своим прошлым. Это очень важная вещь. Формировать идентичность. Это значит формировать единство, это значит ощущать, кто мы все вместе. Это очень важные процессы, которые у нас отброшены. Ну, да? В недостаточной степени, я думаю, еще как-то эти вот моменты отрабатываются именно вот на государственном уровне, потому что сегодня как раз вот в свете тех событий, которые происходят вообще в мире, да, и в нашем регионе тоже, да, ну, я имею в виду, что то, что вот сейчас между Россией и Украиной происходит, это война, да, это все тоже сейчас, это, вот эти дни, они как никогда, ну, кажется, что они актуальны, да, потому что именно в эти дни мы должны понять, кто и когда и как писал нашу историю, вот то, о чем вы вначале говорили, то есть кто были тогда победителями. Понятно, что да, все, что мы учили по советским, да, ну, то есть авторы, понятно, кто был, да, поэтому... Я вам скажу больше. Почему все это происходит и почему это важно? Мы проживаем времени... я вам скажу больше. Мы проживаем время, когда самым актуальным становятся войны памяти. Что происходит между Россией и Украиной? Это войны памяти. Каждая из этих государств, каждая из этих властей, конструируя свою, у них каждая своих концепция, и каждый говорит, описывает свой народ по-своему. И поэтому историю, происходит. Да, если мы посмотрим конфликт между там, Азербайджаном и армянами, это тоже война памяти. Если мы посмотрим в Кыргызстане, все приграничные конфликты, это тоже войны памяти о том, как тот или иной народ описывает свое прошлое. И мы сегодня это проживаем и видим везде. Даже, вот посмотрите фильм последний, «Лошак», да, ваш коллега, замечательный парень, мыслитель, который снял фильм о том, как на самом деле сегодня два поколения друг друга не понимают. Старшее поколение смотрит телевизор, а молодое поколение смотрит социальные сети. И они между собой конфликтуют. Это тоже. Вообще война памяти, она проходит во многих наших сферах. И тогда очень важно работать со своим обществом, со своим народом. У нас же никто такую работу не ведет, ну, я не знаю. И тогда это отражается на многих политиках. В данном случае праздники – это тоже государственная политика. Это учреждает и государство, и продвигает, и так далее.
В нашем случае оно абстрактно. Мне кажется, вот эти дни памяти, дни памяти предков, и вот эта сама абстракция, она очень хорошо показывает вообще нашу политику. Она у нас такая абстрактная, рыхлая и, ну, скажем так, такая довольно стерильная. Да? Никто не хочет брать на себя ответственность о долгосрочной стратегии взаимодействия со своим обществом. Обществу не надо сопротивляться, наоборот, его нужно собирать. Любой руководитель собирает и начинает конструировать нацию. Это может быть конструирование по крови, или по... Мы говорим, мы единый народ. Это, тогда что мы делаем для того, чтобы это показать? Вот на сегодняшний день в Кыргызстане такая абстракция, она выражена в этом празднике. Классно, мы будем 2 дня отдыхать. Но отдыхать о чем? Это непонятно. Смотрите, у нас еще памятников очень много открывается. Ну, смотрите, про памятники у нас были отдельные исследования, тоже интересно. Большинство памятников в Кыргызстане – это мужчины, батыры. Ну, мы не говорим, а Ленины, конечно, все равно всех побеждают. Кстати, есть памятники очень интересные, переделанные батыры из Ленинов, да. Есть много памятников, все они батырские такие, да. А некоторые, кстати, говорят, что это выдуманные батыры. Да, очень много. Ну как, не выдуманно, какой-то прототип есть, а в основном мифы. Нарастают мифы, потому что все памятники в каждом селе свой батыр, и он самый благородный, самый лучший. Но мы за скобками забываем, что когда-то все эти батыры между собой шкубались и ломали себе там хребты, да, будем называть это копиями. То есть на самом деле это тоже не так однозначно. Это такая дилемма. Вот кыргызы с казахами начинают разговаривать, они сразу вспоминают кинин-сары. Хотя там все далеко не однозначно. И не так, как это представляется. А сколько таких героев между селами, между родами. И как только заканчивается какой-нибудь той, и температура подогревается, начинаются вот эти всякие предъявления друг к другу. На самом деле это тоже часть одного. Я уже не говорю, что эти батыры довольно абстрактные. Они, конечно, должны быть маскулинные, сильные, отважные на лошадях лучше всего. Но как это описывает наше прошлое? Вот мы видим ситуацию сегодня, в которой находится Кыргызстан, а прошлое все было таким мужественным, победоносным, крутым. Но на самом деле, вот я занимаюсь памятью, и мы видим, что на самом деле было очень много травм, было очень много трагических страниц, и об этом тоже нужно говорить. Вообще мудрый человек, мудрый человек, как и зрелое мудрое общество, это то, которое принимает себя всю самого. Да, осознанно относится к своему прошлому, не выдумывая его. А где мы возьмем эту информацию об этих травмах, о том, что социальное переживание переживали наши народы? Вот смотрите, у нас историю преподают в школах по очень старым учебникам Советского Союза, где мы изучаем не нашу историю, да? Но наша история есть там, в каких-то вот обрывках, да, какая-то часть маленькая, какая-то книжка, она очень не нравится ученикам, они ее не понимают. И история Кыргызстана есть, но я не знаю, насколько вот прям истории уделяет внимание именно по учебной нагрузке, да. Я знаю, что математика там вот прям супер у нас выделяется, там еще что-то, но история, по-моему, 1-2 и все, как бы, да. Она сужается. Более того, одно время был период, когда в целых университетах факультет истории уходил. Нет, книги выходят. Но, знаете, одно время... Учебный? Да. Учебник я не... Понимаете, что такое учебник? Вот я говорю и про историю, и про все, что связано с историей, в том числе с учебниками и с книгами, я к этому отношусь как конструктивист, да, все это конструируется. Учебники пишутся, программы пишутся, договариваются, исследования делаются, да, мы привыкли говорить, вот оно все так закостенело и так далее, но мы же, вот мы в 8D делаем исследования. У нас в 8D мы успели сделать 2 исследования, которые сегодня сделать невозможно. Первое исследование, и очень обширное, мы сделали на территории Кыргызстана и Украины. Это исследование, посвященное раскулаченным и сосланным в Украину. И мы собрали материал не только на территории Кыргызстана, но и в Одессе, в Херсоне, в архивах СБУ Киева. Сегодня это уже невозможно. Но мы вытащили все, что можно было, мы вытащили. Мы даже амбарную книгу выписки привезли. Второе исследование, наша исследовательница сделала исследование на территории Синьцзяня у казахов и у кыргызов «Воспоминания по Уркын» по 16-му году. И там тоже есть открытие. Как оказалось, они воспринимают не один Уркын, а 3 Уркына. Да? Это тоже исследование, которое сегодня в Синьцзяне вряд ли можно сделать.
То есть, если смотреть на это не как на что-то застывшее, если не ожидать от государства, когда... Вот мы не государственный институт, да, но нам очень важно, мы понимаем, что нам очень важно знать, что происходило раньше, и нашим детям особенно это важно знать. Поэтому ну, мы делаем эти исследования. Как мы можем не рассчитывать на государство, если речь идет о школьной программе? Мы же не можем свои какие-то знания ввести в школьную программу. Речь идет о детях. Мы не можем. Все, что мы издаем, мы издали уже 7 книг. И мы практически каждую книгу проводим в научных советах, мы проходим в Министерстве образования, мы продвигаем эти книги. Мы понимаем, что это невозможно сразу, мы не государство, но мы можем делать дополнительные занятия. Мы постоянно читаем, ну я, например, я читаю постоянно открытые лекции в разных университетах, рассказываю, выступаю. Дело в том, что надо признать, что в советское время академия, да, там наука, исследование, да, она была такая вертикальная, и монополизация была. Это была такая, в том числе, государственная монополизация. А сейчас ситуация поменялась. И мы не можем ждать, когда государство начнет двигать науку. К сожалению, у нас государство спонсирует, ну, каждая приходящая власть спонсирует в основном те исследования, которые так или иначе легитимизируют эту власть, да? Но, в принципе, во всем мире существует наука, которая и происходит исследования, гражданские исследования. Их делают не в государстве, а параллельно в университетах, в отдельных аналитических центрах. Мы и так очень много упускаем. Вот возьмем, например, тему 16-й год. Да, мы в этом году делали памятный тур. Люди же уходят, память же уходит. Или, например, репрессии, или раскулачивание, депортации. Это огромные процессы, травмы. Помимо того, что у нас архивы красного террора или сталинского периода до сих пор закрыты, во всяком случае НКВДшные, люди, которые это помнят, они же тоже уходят. И мы не можем ждать, когда ситуация изменится, поэтому эту память надо собирать сейчас. Что мы и делаем? То, что вы делаете, ну, как бы это такая, ну, пропаганда-то все равно сильнее, и она мощнее, и она более массовая, да, то есть как бы это вот самое, с чем сейчас сталкиваешься, с тем, что люди даже при том доступе к информации, даже вот при существовании ваших вот книг, вы говорите, да, каких-то новых исследований, люди этого не хотят изучать, читать, они хотят просто включать телевизор, да, так скажем, пережеванную информацию, которую им заливают просто в голову, да, ее потреблять, потому что это легко, потому что не нужно думать, за тебя уже все подумали, все придумали, да? И вот эта мощнейшая пропаганда, вот как ей противостоять, да, вот мы, видимо, вот Каргул именно об этом говорит, что вот дети, они же самый такой пластилин, да, из которого лепится. И когда они занимаются по этим старым-старым книгам, а на самом деле в государственных школах это старые книги советские. И вот там их и формируют, вот это, знаете, образ. Вот то, в том числе, вот то, что вы говорите, до 16-го, 16-й год, да, и вот эти вот басмаческие те же движения, как они представлены в этих книгах, это же совсем не то, что было на самом деле, и то, что сейчас постепенно открывается, правда об этом, обо всем. Вот как-то вот этому, как вот этому противостоять? Понятно, да, вот вы 5 лет работаете, понятно, но большинство, вы же не охватили большое, как бы, да, скажем, количество такое населения. Аудиторию, да, но, знаете, оказывается, очень сильно меняется и появляется интерес, когда эти самые дети в школе или вообще люди обращаются к своей личной истории, к истории своей собственной семьи. У нас, например, есть конкурс, идите к своим бабушкам, дедушкам, запишите историю своей собственной семьи. И когда уходят вот эти мифы, когда бабушка и дедушка говорят, а почему там дедушка долгое время отсутствовал, а у нас очень много людей было репрессировано. А ему говорят, и когда бабушка начинает, рано или поздно бабушки и дедушки начинают рассказывать свою историю, тогда человек понимает разницу между тем, что ему сыпят, и между тем, что происходило реально в его семье. И, например, у нас даже в советское время был вопрос, там, какой-нибудь Тугулок Молдо нам рассказывает про какой-то... Он говорит, вот когда он вернулся из Оренбурга, из Сибири или из Украины, я помню, что мы с подружкой говорили, что сидели в школе, а что он делал там? Не знаю, что он там делал. А, наверное, он там отдыхал на курорте, подумали мы. И позже мы узнали, что на самом деле не так. Сопоставляя, прежде всего, личную историю, ты понимаешь, что не так. Вот, например, тема с басмачами, она очень обобщена. В советское время она очень демонизирована. Там, конечно, все неоднозначно. Это не только в советской культуре, это такой
образ такого маскулинного, отвратительного разбойника-азиата, да? А на самом деле там же были не только азиаты, там были европейцы, там были крестьяне, там была эта очень неоднородная публика, там был этот монстр со своей группой, туда влили, это все антисоветское движение. С ним нужно разбираться, узбеки разбираются. Президент Узбекистана, не просто ученый, отдельный исследователь, президент Узбекистана там уже второй раз называет конкретное количество людей, там 100 с чем-то, и говорит о том, что они реабилитированы. В Узбекистане идет такая работа, они пытаются понять, без всяких этих обобщений. И у нас тоже этот процесс идет, потому что вот, у нас даже есть преимущество. У нас люди могут говорить и задавать вопросы. Они, я не знаю, как там насчет других стран, но мы можем подходить и за вопросы. Вот у нас есть мастерская «Живая память», к нам приходит вот вторая семья немцев. Ну, они говорят, вот как немцы попали, да? А вообще, я помню очень много вопросов еще в школе, откуда появились корейцы, откуда появились немцы. Вот откуда-то они же у нас появились. А вот слово «депортация» мы говорим очень мало. О том, что на самом деле немцы были трижды депортированы. И это было тотально, это было очень... Практически каждый немец в тот период пострадал. Или как корейцы. Корейцы вообще первая депортация. Так или иначе, мне кажется, что надо... Молодые люди, они всегда любопытные. Да, они могут сидеть в ТикТоках, да, но они, им же интересны истории динозавров, еще там какие-то... Почему? Если им хорошо подать и показать истории своего собственного народа, без всяких лишних мифов или лишнего пафоса. Вот у нас есть такая две ловушки. Или мы умалчиваем, и у нас просто праздники всех предков, или у нас пафос, да, или у нас вчера человек был враг народа, а сегодня он на пьедестале. Нет, давайте рассматривать все через призму реальных вещей. И вообще очень открыто и честно принимать то, что есть, а не приукрашивать и не добавлять, да? Я еще раз повторюсь, вы правы, Крал. Понимаете, дело в том, что удел зрелых людей, зрелых обществ принимать свое прошлое так, как есть, да? Вот возьмем сегодняшнюю ситуацию с немцами. Мы очень много, например, изучали, как себя, какая травма была немцев после Второй мировой войны. Это было очень тяжело принять, что они были пораженцами, что они были насильниками. Вот это вот последствия фашизма, да? Как долго они ее прорабатывали. Это же тоже очень важно. Потом мы смотрим, какие они успехи достигли, да, и в этом дискурсе, и в формировании своего общества. Если мы говорим про уровень ответственности, у немцев он один из самых высоких относительно себя и своего государства. И то, что мы видим сегодня, мы как раз-таки видим эти войны памяти, когда у людей самое важное умолкает. Например, возьмем тот же самый Иркутск, да, 16-й год. Все говорят, наше общество, наше государство уже об этом обсудило. Да нет, ребят, мы так долго молчали. Даже в 16-м году это прошло очень политкорректно. Даже те... даже если вы поедете на Атабит и посмотрите внимательно на те картины про 16-й год, барельефы, вы увидите, как они врут. Вы увидите, как, что вы увидите жертв, но не увидите насильников. Потому что даже в таком очень важном для нашего народа травме мы видим скрытую правду. И поэтому мы ее скрываем, и поэтому у нас праздники ни о чем. Поэтому история, все, мы как бы можем, наверное, говорить, что история все еще пишется. То есть не так, что мы ее изучили. Она формируется. Она все еще продолжает и до сих пор продолжает вот та же пропаганда, да, и полуправда, она еще до сих пор скрывает, да, вот именно истинное, да, что произошло. Видимо, об этом. Да вот то, что вы сказали про Узбекистан, да, это очень важно именно, почему вот мы говорим о государственной поддержке, да, как бы вот вы говорите, что вы не ждете, да, ничего. Ну вот именно вот такие моменты, то есть обозначить первое лицо в государстве, да, самый верх, они именно должны обозначить эту заинтересованность в том, чтобы эта правда была озвучена, в том, чтобы до нее докопаться. Но пока у нас этого нет. Да, признали
эти праздники, да, признали репрессированных, да. Но вот как вы догадываете, а насильников, ну, то есть кто это все делал, почему о них постоянно, да. Одно дело, да, конечно, уважить там, наверное, ну, детей, да, потомков тех, кого тогда вот так вот осудили, так поступили незаконно, да, и необоснованно с этими людьми. И, конечно, как бы в угоду, наверное, детей, потомков, ну, кто там, внуки остались у этих людей, да, им эти дни, они важны, да. Ну, а для всех остальных, для понимания вообще всего этого процесса, вот что государство делает. Просто почему я спрашиваю это у вас, да, потому что вы все-таки с этим сталкиваетесь, и вы лучше государство видите. Государство ничего не делает. Вы знаете, наше государство ничего не делает. Иногда государство привлекает внимание какие-то исторические даты, но они очень из давнего прошлого. Там у нас было 2000-летие Манаса. Ну вот все, что вот там, оно интересует. А нынешняя ситуация, например, я считаю, что если мы говорим про, например, 5 человек, которые сыграли значительную, огромную роль в прошлом, в истории и формировании нынешнего Кыргызстана, я бы назвала Болота Абдрахманова. Болот Байке, Болот Абдрахманов – это человек, который, во-первых, который, благодаря которому случился Атабид. А Атабид – это первое место массового захоронения, открытое и мемориализированное. Дело в том, что когда я об этом слышу на любой международной конференции, и как люди отдают этому должному, да, ну, кроме Кыргызстана, если бы он тогда, как 30-летний майор, не поверил Бибирайдже, мы бы про это место не знали, хотя там еще не всю гору копали. Да? Второй момент. Именно этот человек на свои собственные деньги издал 10-томник репрессированных архивов. Да? К нам приходят люди и находят своих бабушек и дедушек, о которых они долгое время не знали. Что говорить, Роза Айтматова в этих книгах находит братишку Төрекула Айтматова. Они же ведь не только самого Төрекула долгое время не знали, где он похоронен, пока не копнули эту гору возле Воронцовки. Они же, там же количество репрессированных огромное. И в этих книгах она находит братишку Төрекула Айтматова. Если мы говорим о людей, таких, которые на слуху, которые значимы, у которых был доступ, это одно. А сколько вообще людей у нас репрессированных? И эта тема, у нас очень много тем и в советский период, и сегодня. Но самое большое, самое интересное, наверное, то, что самая сложная память и история, если мы это так называем, история независимости. Вот как мы детям расскажем? Да, вы когда меня приглашали, вы говорите, давайте поговорим о революциях. Это вы так называете революциях. Это одна книжка это говорит. А другая книжка говорит, что это вооруженный переворот. Да? То есть на самом деле одним и тем же событием можно дать 4 разные характеристики. И это зависит от того, кто в следующий раз придет к власти. Предположим, Оскар Акаевич, да? Он это назовет по-другому. Предположим, Курманбек Бакиевич. Этот он тоже назовет по-другому. Придет какой-нибудь там другой человек, он это по-другому. И это будет называться историей. А как это было на самом деле? Кто-то скажет, что на самом деле, что эти люди, которые вышли на площадь, это подкупленные, не знаю, там, кем-то были люди. А то, что, а были ли там искренне, есть ли там, это герои все-таки революции или жертвы? Вот когда Атамбаев пытался сакрализировать вот 10-й год, революцию 10-го года, у нас появилась улица революции, всех назвали, да, появились сплошные герои. Да. А как же герои, а жертвы на том же Атабите, могилы лежат. А у нас вот любят героику любят, а про жертв, как говорят, очень много подмен по поводу памяти. Поэтому, на мой взгляд, эти дни, эти праздники, они должны быть все-таки какие-то конкретные. Нашему народу есть на что, что вспомнить, помянуть и о чем прочитать Куран. Наверное, нам нужно переосмыслить еще вообще этот, ну, так называемый праздник, да, вот эти 2 дня, нам нужно их, как бы, да, их объявили 5 лет назад, мы 5 лет их, ну, не празднуем, а отмечаем, наверное, так правильнее, да, сказать, но у нас еще нет вот этого переосмысления, то есть о чем вообще эти дни, кого именно нам нужно поминать. Чтобы что-то переосмыслить, надо захотеть об этом думать. А вот то, что у нас происходит, это показывает на то, что мы и не хотим, и не собираемся, а может быть, даже боимся переосмыслять. Вот это вот. Есть еще такой страх, да, на самом деле узнать что-то не очень. Ну, мне кажется, это еще страх политкорректности и такой идеологической, что ли. А вот здесь вот возникает еще один вопрос. Перед тем, как мы завершим наш эфир, мне бы хотелось узнать ваше мнение как человека, который анализирует все события.
Вообще то, что происходит сейчас у нас в стране, с точки зрения того, что обесценивается практически все, да? Ну, у нас же, у нас практически нету, знаете, идеалов, у нас нету там хорошего президента, у нас нету хороших депутатов, у нас нету хороших журналистов, у нас вообще нету хороших людей, у нас вообще ничего хорошего нет. То есть практически все, что у нас есть, все плохое с подачи очень многих людей, особенно в социальных сетях. То есть если посмотреть, все плохие, да, и даже вот деятельность каждого из того, что я перечислила, деятельность всех обесценивается. Насколько это обесценивание всего и вся может повлиять на восприятие истории? Вот здесь вы попали в яблочко. Обесценивается у нас действительно все. У нас, во-первых, у нас обесценивают саму независимость. Вот это большая опасность. Смотрите, нам говорят, независимость на Кыргызстан упала с неба. Да, а у нас было диссидентство, у нас была национальная освободительная борьба, у нас была ШАР, ДДК и так далее. Когда мы обесценим свою независимость, это говорит о нашей легкости отношения. Мы ее обесцениваем. Понятно, что это нам тоже пропагандируется, но обесценивая независимость, мы обесцениваем самое важное, что у нас есть. Если говорить про дефицит, обратите внимание, у нас огромный дефицит авторитетов. Я постоянно смотрю социологические ежегодные опросы, кого называют молодежь, да, кому они, на кого они ориентироваться. Там нет авторитетов, там нет одного лица. С годами там переходит условно из женщин. Курманджандатка, курманджанга. Почему курманджандатка? Ну, потому что кого-то надо называть, да, мы вымываем очень важные смыслы. Что такое авторитеты? Для молодых людей это еще и ролевые модели. Они хотят ориентироваться и понимать. Мы все это обесцениваем или подменяем. Это действительно очень опасно. Да? Мы провели такой опрос. Стив Джобс, там, Маск и так далее. Это люди, которые сидят там и что-то делают. Неужели в Кыргызстан за 30 лет независимости не породил ни одного замечательного человека? А есть прекрасные примеры. Я сегодня назвала Булата Абдрахманова. Ведь это потрясающая личность, которая так много сделала. У нас очень много людей. Да, людей замечательных много. А если мы говорим про какие-то коллективные авторитеты? Ну, это вы просто рейтинги президента не посмотрели, наверное. Да, там они уже, как говорят, стратосферу пробили. Я смотрю рейтинги президентов, я вижу, как они... Я вижу там динамику, скажем. Спасибо вам большое за интересную беседу. Это вообще нескончаемая, по-моему, тема, потому что она охватывает твою душу, потому что ты как-то вот начинаешь себя идентифицировать, как-то ты начинаешь искать где-то вот в своей памяти, можно что... Можно 2 дня. Да, можно. Почему 2 дня? Можно каждый день. Но, к сожалению, мы должны завершить эфир. Но я считаю, что когда-нибудь мы должны все-таки еще раз встретиться в этой студии и тоже услышать ваше мнение о том, что вообще делать дальше, да? Потому что это тоже отдельная тема. Я считаю, что это очень необходимо сделать. И мы сейчас, не знаю, рефлексировали, да? Но мне кажется, необходимо прогрессировать, чтобы показать вообще, какой-то путь, что дальше можно было бы сделать. Вы же везде бываете, во многих странах, знаете пути, где кто как себя ищет. Может быть, вы расскажете нашей студии, нашим зрителям о том, как нам дальше искать свой путь развития. Катя, а можно вот одну последнюю фразу? Да. Мне кажется, вот главная концепция того, что я делаю, я называю сны Манкурта. Моя задача этого самого Манкурта разбудить. Это первое. А во-вторых, если после этой передачи у слушателей будет вопрос, и можно к ним даже так обратиться, а про что эти праздники? Как вы думаете, про каких предках идет речь? И если люди об этом будут думать, это уже большой-большой вклад. Они могут написать в комментариях, кстати, под этим да, видео. Если будет интересно, напишите в комментариях. Если реально комментарии будут интересны, и кто-то захочет еще такой же эфир, мы вас пригласим. Придете? Если буду в Кыргызстане, да. Спасибо вам огромное за эфир. Махинур Ниязова, Эльмира Ногойбаева, аналитик исследовательской группы СМД и в целом, по-моему, такой вот уже не просто аналитик и политолог, как мы раньше знали, а уже историк. Да? И желаем вам всего хорошего, чтобы вы достигли тех целей, которые поставили. Ну и самое главное, чтобы вашу информацию каким-то образом услышали наши правители.
С вами была я, Хайргуль Урумканова. Уважаемые телезрители, надеюсь, вам было интересно. И до свидания. Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Чем у нас?